Дорогие зрители, это новый ролик по Clash Royale. Я нахожусь на основе и сегодня хочу провести фан-атаку, как, впрочем, это по традиции бывает со всеми новыми картами. Со мной сегодня еще в Дискорде Алекс. Алекс, привет. Привет. Короче, Алекс мне составил вот такую вот деку, новая карта. Это, ребята, если что, гоблин-гигант. В чем заключается фан-атака? В том, что я буду эту карту выпускать через зеркало выше на один уровень, чем максимальный. Ну, то есть, максимальный уровень здесь у нас 13 левел. Ну, для тех, кто еще не привык, максимальный уровень эпика 8 левел, а я буду выпускать на 9. По новым меркам, максимальный 13, я буду выпускать на 14. Честно, карта не сильно зашла, но я хочу посмотреть вот на 14 уровне, что она вообще из себя значит и можно ли с ней вообще играть. Вот, также смотрите, еще тема такая, Алекс там гранты сейчас катает, причем интересными колодами. Если хотите, чтобы я снял обзор какой-то деки вместе с ним, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И еще такая тема, напишите в комментариях, возможно, какую-то деку вы хотите, прям конкретную, вот, допустим, с Хогом там или с Гигантом что-то интересное, или вообще с какой-то другой карты, пишите. Если много лайков на каком-то комменте будет, обязательно сделаем обзор. Ну что, я готов, поехали, попробуем. На самом деле у меня он очень слабо прокачан, поэтому не рассчитывайте на прям все три победы. Но я, естественно, буду стараться. Так, Алекс, ты мне составил эту ебурду, пожалуйста, расскажи мне, как с ней играть теперь. От чего тут отталкиваться? Ну тут от дефа. Пока нету на меня атаки, мне сидеть ждать? Не, я солью миньонов, я не люблю сидеть ждать. О, видишь, единомышленник. Так. От дефа, значит, говоришь, да? Ну все, ты от дефуса можешь переходить вот так. Чем? Ну ладно, на самом деле немножко тут другая была дека. Сейчас-то я понимаю, чем еще в атаку идти. У меня шахтер как бы есть, все дела. Вот смотри, сейчас шахтера закидываю. И один страж должен выжить. Если не выживет, я лох. Блин, не повезло, ладно. Кто сказал? Так, а что мы делаем? Принца запускаем. Это кладбище, я правильно понимаю? Нет. Да. Погоди. Зачем он разряд? Вот смотри, вот сейчас я могу его через зеркало выпустить. Но проверять мы, конечно же, не будем, там миньоны. Да, Блин, вот зачем мне бревно сюда ты запихнул? Тут разряд нужен. Чем я буду убивать миньона, вот серьезно? У меня контр-воздух только три миньончика и этот. И Poison. Ну и этот гоблин с копейщиками этими. Цель у него варвары. Слушай, я могу через зеркало кинуть миньончиков и шахтера, а? Давай. Нифига, 14 миньоны. А ну. Классно. О, я еще так сделаю. Вот это... Вот это, ну, видишь, если бы не фаер, я бы, конечно, был сейчас по эликсиру, ну, в глубоком этом, сосе. А так, мы сравнялись. Так, ну, смотрим, да. Ладно. Значит, вышибала скоро... Нифига, нифига на 5К кубков весело. Так, ну что, запускаем. Блин, а как же его через зеркало-то выпущу, если я его слил уже. Ладно. Выпустим в другой раз. Что? Фанатака с миньонами. Нет, мне надо именно... Оу, май гад. Так. Больше, но помогло. Блин, я не знаю, что делать. Я проигрываю, Алекс. Алекс! Да, сейчас, да ты выиграешь. А, ну все, спасибо. Пускай. Блин, я не могу никак использовать этого дядьку через зеркало. Не дает мне этот соперник это сделать. Прям не дает и не хочет давать. Так. Ну вот сейчас. Есть зеркало. Так. Найс. Блин, ну дайте выпустить мне его. Только не кор-гигант. Во! Я его выпустил! Смотри, он разносит всех! Смотри, что он делает, Алекс! Я не могу, он имба! Когда хочешь миллион просмотров. Вот это имба! Ой, ты посмотри, что он творит! Да ты просто чекай, что он делает! Он прошел сквозь всех! Он капец! Ему вообще никто не помеха, ты видел? Он вообще развалил всех. Да. Так, ну, в принципе, можешь опять его поставить. Да, могу. Я вообще все могу. Только вот как мне сейчас... Я знаю как. Давай. Вот так. Фаербол, окей. Так.
И смотри, Poison через зеркало, ёпта. Оп, давай. И еще один сверху, смотри, чек. Я выиграл этой странной колодой, господи. Я думал, я проиграю, невозможно этой колодой было выиграть. А, ведьму возьмем вместо... Ты понимаешь, я уже в атаке. А, да, ну ладно. Не, мне просто не повезло с соперником. Ну, соперник, сейчас 400, сам говоришь, ну типа, камон. Тоже брал 6400, 6... а, он 6600 даже брал. 6600! А я фан колоды играю. Все же знают, что если бы я был с големом, ему, блин, вообще жопа была. Такой дубека. Да мне плевать, что это. Я играю гоблином-гигантом через зеркало. Блин, это пека. Кто-то сказал, что это пека. Блин, это пека. Блин. Ладно, будем дефаться так. Да опять призрак, задолбал уже. Что-то, все-то, короче, что? Смотри, три раза вставь первую катку и будет нормально. Погоди, вообще-то тут еще не проиграл. Ты что тут моросишь? Так. Видишь? Да, блядь, заебали топы подбираться. Ребята, что за дичь происходит сейчас на 5к кубков? Даже на 4950. Я вот играю фан колодой, а мне подбираются соперники 6900 трофеев. Карл, 6900, я играю пятым эпиком. Пятым эпиком. Мы играем сейчас колодой. Не надо мне сейчас про клан что-то там рассказывать. Мы сосредоточены на новой карте и на этой колоде. А ты мне втираешь какую-то дичь. Хорошо, там просто чуваки уже 68 тысяч кубков набрали по КВ. Ну крутые пацаны, значит, что ты хочешь от них, я не понимаю. Спеллбейт против нас. Ну спеллбейт этой колоды я 100 раз играл, я изи выиграю. Так, гоблина уничтожили, нормально. Так, ну что, принца закидываем, у него сейчас есть инферно, то... Вообще джи, смотри, что происходит, вообще... Это просто имба, это имбалансная карта, что она творит, ты просто посмотри. Смотришь, не? Ты да. Смотришь, не, на это все? Наконец-то мы нашли его. На ком можно продемонстрировать эту карту 14 уровня. Не, ну правда, ну какого хрена я играю фан-декой, вообще безумной декой. Она даже если... И прокачана, не, наверное, прокачана неплохо, кроме одной карты. Но даже если бы она была, короче, забей. А, ставим. Ну, ладно, окей. Интересно, как он сейчас будет дефать вот это все, а? А ну, что ты на это скажешь? Вы просто посмотрите. Вы смотрите? Охренеть! Что она творит? Блин. Ой-ой-ой. Ну вы видели? Я просто всех... Они всех юнита уничтожили вдвоем. Ну это вообще наглость. Хм. Смотри, предикт принцессы, видишь? Смотри. Оп! Зачем? Ну он тупой. Он не шарит, как принцессу надо ставить. Когда? Так, окей. А, ну что, поехали. Его сейчас шанс выкинуть ракету. Другого шанса не будет. Я ж дурак. Что правда, то правда. Так. Не, просто через зеркало хотел его. Да я понял. Да что ты там понял, блин. Че? Оу. Так, poison. Все, вот сейчас шанс. Смотри. Можешь? Давай. Смотри, оп. Блин, хочется миньонов кинуть, но нет, надо ждать. И, ребят, я бы мог не проиграть, но, блин, мне приходится жертвовать ради вас, вот, ради этой колоды. А, что я несу? Он кидай, бревно кидай. Но у него же бочка гоблина. Да что там, две вышки, там эта бочка гоблина нанесет 3 тыки, хватит. Ну ладно, убедил. Так, все, смотрите, все, 14-й этот дядька на карте. Накрываем ядом. Вы просто смотрите, он сносит на раз, два, три всех. Смотрите, раз, два, ну почти. А мы делаем еще вот так и вот так, смотрите, оп.
ваншотки сейчас будет. И еще добивает. Все. Все, имба! Я вам доказал. Ой, ладно, ребят, я знаю, что я переигрывал. В общем, ну, на самом деле, это был фан. Целью не было вам доказать, что эта карта крутая, и она что-то вообще должна выстрелить сверхъестественное. Это лишь фан. Вот, поэтому не обращайте внимания на то, что я тут угорал. Тем не менее, получилось прикольно. И мы еще даже, у нас получилось выиграть. На этом буду выпуск завершать. Ой, у меня как раз iPad садится уже 5%. Короче, подписывайтесь на канал. Нормальные колоды будут в скором времени. И напишите, возможно, у вас есть желание, чтобы я снял какую-то фан-колоду с какой-то другой карты. Ну, через зеркало. Просто зеркало зеркалит, ну, неплохо тогда. На 14 левел все карты. Это очень круто. В общем, подписывайтесь на канал, ждите новые видосы. Скоро будут стримы. Спасибо вам всем за просмотр. Желаю вам удачи и хорошего вам всем настроения. До новых встреч. И что? Пока. И пока. Чао.